Всем привет, дорогие друзья, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Настя, и сегодня мы с вами в очередной раз отправляемся в садовый центр строительного гипермаркета «Материк». Так как сейчас самый разгар такого летнего садового сезона, думаю, этот видеообзор будет очень полезен. В данном обзоре мы с вами рассмотрим комнатные, а также будут садовые растения, поэтому обязательно досматривайте видео до конца. Всем желаю приятного просмотра. Итак, начинаем мы непосредственно с самой акции. Растение орхидея, высота примерно 40 сантиметров, белая расцветка, цена 16 рублей 95 копеек. А вот уже вот такие фиолетовые, ну тоже такой стандартный расцветка, цена 33 рубля 99 копеек. В магазине «Материк» уже вовсю продает готовые петунии в таких вот потрясающих подвесных горшочках. Цена 26 рублей 99 копеек. Сейчас покажу, что у нас по расцветкам. Значит, есть вот такая бело-красненькая, есть просто цвета фуксия, есть фиолетовая, а также белая. Возможно, мы еще с вами пройдемся, найдем какие-либо другие варианты. Также за 19 рублей 99 копеек нашла еще вот такие петунии подвесных горшочков. Это немного такой поменьше вариант. Значит, фиолетовая, фуксия и есть еще нежно-розовая. Вот такая еще гибридная петуния стоит также 26,99. Бутон на нее очень маленький, чем-то напоминает садовый колокольчик. Еще имеется вот такое подвесное растение, к сожалению, здесь не написано, что это такое. Цена 19,99. Горшочек очень большой, очень увесистый, прям такой огромный шарик. Кто не смотрел мой прошлый видеообзор, в «Материке» появился огромный ассортимент очень изысканных и необычных кашпо для растений. Все они почти изготовлены из бетона либо керамики. Сейчас быстренько покажу, что у нас имеется. Значит, вот такая серебряная голова, цена 82 рубля. Вот такая огромная под бронзу, цена 175 белорусских рублей. Есть еще вот такая женщина. Сейчас скажу, что у нас по цене. Вот такая женщина у нас стоит 89,99. Следующая это вот такая небольшая бетонная голова, цена 32 белорусских рубля. Вот еще покажу огромным планом, вот такая серия кашпо, видите, такое черное под золото, есть еще вот такая вот серебро. Они очень тяжелые, к сожалению, я не смогу поднять, показать вам, что по ценам, боюсь разбить. Есть также вот такое огромное кашпо, видите, такой носик, тут губы, смотрится просто божественно, но цены, конечно, ой да и боже, не каждый может себе такое позволить. Небольшое растение хризантема микс, 9 рублей 95 копеек. Высота небольшая, примерно, не знаю, до сколько, сантиметров 25-30. Тоже вот такая есть желтенькая и есть нежно-розовая расцветка. Еще в «Материк» завезли огромный ассортимент суккулентов. Только посмотрите на этого малыша, стоимость 9 рублей 50 копеек. Небольшие кактусы, высота примерно здесь где-то 2,5 сантиметра, 9,99. Есть вот такой симпатюлька. Кактус микс, цена 19 рублей 75 копеек. Вот такие кактусы стоят по 19 рублей 75 копеек. Сейчас покажу, какие же тут имеются варианты. И вот такие кактусы, немного чуть побольше, 16 рублей 94 копейки. Еще покажу немного вам кактусов, тоже 19 рублей 75 копеек. Есть вот такой симпатичный мохнатенький, он очень-очень мягенький. Так, вот такой колючка. А потом огромные вот такие кактусы, 24 белорусских рубля, тоже есть разные расцветки. Небольшая малышка фаленопсис, 29,99. Вот такое растение я вижу впервые, наверное, завезли его недавно. Это у нас мандевилла, садовое растение, цена 44 белорусских рубля. Каландина розалина, 12 рублей 20 копеек, высота здесь также небольшая, примерно, наверное, сантиметров 20-25. Следующее комнатное растение это фикус милани, он идет на штамбе. Цена его 78 белорусских рублей, высота, я не знаю, наверное, где-то сантиметров 60, не более. Растение хамидорея, цена 65 белорусских рублей, сейчас она на небольшой скидке, высота примерно 60-80 сантиметров. Еще посмотрите, какую необычную находку обнаружила, это олива, цена 429 белорусских рублей, чтобы вы понимали, она выше меня, ну очень намного выше, как бы, но я не знаю, конечно, кто такое будет покупать, насколько она будет давать вообще свои плоды, является оно декоративным или нет. К сожалению, не написано. Сейчас покажу, наверное, быстренько карточку, что у нас здесь.
написано, что у нас из Бельгии она. Ну, то есть, в принципе, как бы все на этом. Садовое растение олива. Так, еще в продаже имеются небольшие горшочки гортензии, цена их 44,99, но они уже такие немного отцветают. Я хотела снимать видеообзор зимой, очень много, кстати, их продавала, скорее всего, это именно вот эти. Следующее садовое растение Андромеда Блю, цена 32,99. Итак, в продаже появились еще гвоздички, небольшие кустики, цена 6,97 рублей. Сейчас покажу, какие же имеются варианты расцветок. Еще в продаже имеется вот такое растение для открытого садового грунта. В начале видеоролика я показывала огромный кашпо с данными растениями. Значит, стоимость их 6,99. Так, сейчас я увидела информацию. Это растение называется Бакопа. Стоимость 6,99. Еще в продаже имеется вот такая композиция. Состоит она из вот таких вот желтеньких цветочков. Уже не знаю, что здесь у нас в названии. Кстати, вот это, походу, у нас тут мята. И еще в этом кашпо имеются вот такие вот цветочки. К сожалению, цена здесь не указана. Думаю, стоит в районе 40 белорусских рублей. Фуксия на штампе. Комнатное растение. Цена 79,99. Вот такой неплохой кустик целози. Стоит 22,45 рубля. Карделина киви. Цена 23 рубля. Кстати, еще в материке появился бамбук вот такой вот. Правильно, он называется Форгезия фура. Цена, к сожалению, здесь не указана. Фикус гинсек 62,50 рубля. И небольшое растение декабрис, либо же растение Шлюмберга 11,55 рублей. Хризантема маргарита 17,49 рублей. Подиум Голд, цена 38,25 рубля. Еще в продаже имеется вот такой Подиум Петра, цена его 59,99. Еще в материке появились очень симпатичные композиции из суккулентов, например, вот такой наборчик в керамическом храбике, цена 25 белорусских рублей. Есть несколько вариантов, смотрятся они очень-очень даже мило. Еще одна необычная находка в магазине Материк – это водяная лилия нимфея, цена 19,25 рублей. Здесь написана вся подробная инструкция, как ее нужно высаживать. То есть на поверхности растения должно быть примерно 5 сантиметров и глубина 20-40. Страна изготовитель – Голландия. Еще одна необычная находка – комнатное растение тайландцы, цена 34 белорусских рубля. То есть посмотрите, это идет такое, как высушенное растение, очень мягкое, очень приятное. Но здесь я вообще не вижу даже тех же самых корневищ, как она будет вообще питаться, как она будет пить водичку. Очень даже интересно, слушайте. На картиночке выглядит это вот так. Вот такая небольшая малютка целозия, стоит 13,99 рублей. Расцветка морковная, нежно-розовая и есть еще вот такая фуксия. Врезия микс, комнатное растение, 33,49 рубля. Также в продаже имеется гортензия на штамбе. Вот такая небольшая малютка, стоит почти 100 белорусских рублей. Кстати, еще есть вот такая гортензия Рембрандт, цена 49 белорусских рублей. Так, еще гортензия на штамбе имеется в таком более фиолетовом отливе. Значит, посмотрите, это такая-то более фиолетовая, а это уже ведет более такая нежно-розовая. Появилось также растение генура, цена 8,20 рублей, вот за такой небольшой горшочек. Еще одно небольшое комнатное растение пепперония микс, цена 6,99. Колюс стоит у нас 4,99, расцветки у нас есть вот такая, более салатовая, и есть более такая вот фиолетовая. В продаже имеется пеларгония, либо же простонародье герань, цена 8,50 рублей. Так, еще неплохой выбор фиалочек, стоят они по 16,50 рублей, в принципе, цена материки на них никогда не меняется. Небольшой саженец бегонии 3,99. Сенсеверия мини 17,60 рублей. Вот такой кактусик под названием гимнокальциум микс, цена 22,40 рубля.
Ой, еще обратите внимание вот на такую приколюку, кактус Рузо Рейбоу. Цена 48 рублей, он идет такой в виде радуги. Смотрится, конечно, красиво, но мне на самом деле очень жалко растения, именно кактуса, когда вот так вот их красят. Комнатное растение сенсеверия в виде косички. Цена 35 рублей 95 копеек. И еще в продаже имеются вот такие небольшие композиции из кактусов. В принципе, на подарок очень даже смотрится неплохо. Стоимость 3-4 рубля и 40 копеек. В продаже появился розмарин. Растение довольно-таки, знаете, неплохое. Цена супер бюджетная. 3 рубля 99 копеек. Девчонки, надо брать. Очень хорошая цена. Ускалистая лаванда. Высота примерно 18-20 сантиметров. 8 рублей 95 копеек. Еще появился финик на оценке. Цена его 129 белорусских рублей. Он такой немного, знаете, полинял. Прям такой хлюпенький. Не знаю, болеет он или нет. Надо ли такие вот белые прожилки или нет. Но ствол очень даже интересный. Чем-то напоминает ананас. Так, здесь я обнаружила перечную мяту. Цена, к сожалению, здесь не указана, уже посмотрела на некоторых горшочках. Есть, посмотрите, растение орхидея, тоже на оценке. Цена ее 7,99, вот за такие небольшие калива. В принципе, тот, кто любит заниматься орхидеями, можно, в принципе, купить. Думаю, ее можно вполне спокойно привести в порядок, если, конечно же, за растением ухаживать. Еще здесь также появилась шалфей. Цена его 8 рублей 55 копеек, вот за такое одно калево. Пройдемся мы еще немного с вами по рассаде. Значит, капуста реактор, одна кассета 10 штук, 12 рублей 60 копеек. Белокочанная капуста Дербент F1, 12 рублей 60 копеек. Капуста цветная 12 рублей 60. Рассада томат F1 красный 2,99. Острый перец Петеро 2,99. Еще одна красавица появилась на полочках садового центра строительного магазина Материка. Это Астромерия. Цена не бюджетная, 54 рубля. Вот за такой небольшой горшочек. Ну и, естественно, в Материке можно приобрести виноград. Цена за одно калево 18 рублей и 50 копеек. Малютка Клематис 29,99. Расцветка есть фиолетовая, нежно-розовая, а также белая. Что еще здесь можно, оказывается, приобрести? Это рассаду арбуза Сорента. Цена 2,99, высота 9-8 сантиметров. Малютка розмарин, высота 5-10 сантиметров, 4,99. Базилик одна штучка, 2,49. Живучка ползучая, 6 рублей 98 копеек. Есть еще вот такая живучка, цена ее 6 рублей 98 копеек. Еще в продаже появилась Амирея Приморская, нефтитрифти, какое интересное название, тоже цена 6 рублей 98 копеек. Астростопырня сорт Бершато, цена 6 рублей 98 копеек. Вербенник точечный 6,98. Есть также вот такой вербенник Александр, цена такая же. Фиалка душистая тоже 6,98. Мята перечная. Ну, высота вполне неплохая, наверное, сантиметров 40. А, так, колокольчик, тоже цена такая же. А, колезия сизая, колосняк песчаный, эдельвейс альпийский. Есть вот такая мшанка шиловидная, камнеломка мельчатая. Невиняк великолепный 6,98, вергеник монетчатый, очинок лидийский, очинок едкий, очинок ложный, вот такой еще очинок, ну и еще вот такое растение есть, очигнутый-отогнутый, тоже цена 6 рублей 98 копеек. Господи, пока я произнесу все эти названия, я не знаю, уже можно выучить наизусть вот такие скороговорки. Ну что, переходим к заключительной части нашего видеоролика. Кипарисовник, страна изготовитель, Польша, высота примерно 20 сантиметров, 9 рублей 99 копеек. И вот такая малютка пепперони, сейчас также на скидке 4,99. Итак, на этом, дорогие друзья, мой краткий обзор из садового центра строительного магазина «Материк» подошел к концу. Надеюсь, видео вам было супер полезным и супер информативным. Я, как всегда, желаю вам приятных, а главное, выгодных покупок. Всем до скорой встречи на моем канале. Всем пока-пока!